Друзья, берите вилки все сюда. Очень вкусно. Привет, друзья, вы на канале «Прошу к столу», и с вами, как всегда, я, Ирина. Сегодня очень хочется приготовить салат суши с креветками. Для этого нам понадобится рис для суши. Конечно, я его промыла и заливаю холодной водой. Теперь закрываю кастрюлю крышкой и ставлю варить. Как только закипает, уменьшаю огонь на минимум и буду варить рис при закрытой крышке ровно 15 минут. Теперь поджарим креветки. Сковородка разогревается, добавляю немного масла и порежу чесночок. Будем обжаривать чеснок в масле. Чесночок поджарился, теперь его убираем и сюда добавляем креветочки. Будем их обжаривать до красивого золотистого цвета. Креветки поджарились, теперь их снимаю на салфеточку, чтобы немножко убрать лишний жир. Вот, посмотрите, какие красивые. Прошло 15 минут, рис готов. Теперь я положу, вот у меня такая салфеточка, бумажное полотенце, двойной слой. Кладу сюда на рис для того, чтобы убрать лишнюю влагу, и закрываю крышкой. Оставлю так буквально на 5 минут. Ну что, прошло 5 минут, лишняя влага уже, я так думаю, впиталась. Вот салфеточка уже такая вся влажная, мы ее убираем. Рис пускай остывает пока. Мы с вами сделаем заправку для риса. Я беру уксус, яблочный или винный подходит. Все пропорции я оставлю, как всегда, под видео. В уксус добавляю сахар и соль. И теперь надо все хорошо перемешать, чтобы сахар с солью растворились в уксусе. Теперь заливаем рис. Если что-то немножечко не растворилось, ничего страшного, пока еще рис горячий, уже все растворится. И хорошо перемешиваем. Для салата нам понадобится еще авокадо. Конечно, обязательно я его помыла. Теперь почистим и надо будет порезать. Теперь нарезаю авокадо маленькими кубиками. Чтобы авокадо не потемнел, поливаю соком лимона. И теперь надо хорошо перемешать. Приготовим соус. Я сегодня буду использовать крем-сыр. Можно, конечно, майонез, но в принципе с крем-сыром получается вкус более нежный. Я добавляю соевый соус. Ну, примерно пару столовых ложек. Тоже можете немножко регулировать, как вы любите, более соленый или менее, сделайте по вашему вкусу. И добавлю соус терияки, тоже парочку ложек. И теперь все это хорошо перемешаю. Рис остыл, чтобы он быстрее остывал, я переложила его в стеклянную миску, потому что в кастрюльке остывает довольно долго. И теперь в рис я добавлю листья нори. Можно, конечно, порезать ножничками, а можно вот так вот очень просто поработать немножко ручками и покрошить листики. И просто нужно перемешать с рисом. Ну что, друзья, все ингредиенты у нас готовы, давайте собирать салат. Буду собирать салат сразу на блюдо, на котором буду его подавать. Буду использовать кольцо для выпечки, обернула его пищевой пленкой для того, чтобы бока остались у салата красивыми. В принципе, кольцо можно просто смазать сливочным подсолнечным маслом. Так, устанавливаю кольцо, и первый слой будет рис. Очень толстый слой делать не надо, ну, примерно сантиметрик, может быть, даже чуть меньше. Так, слой риса мы выложили, теперь выкладываем соус. Распределяем соус ровным слоем по рису. И теперь слой авокадо. И теперь идет слой креветок. Этот слой креветок я сделаю просто отварные креветки. Друзья, вообще на нашем канале уже есть суши-салат, мы делали из рыбы. Ссылочку под видео мы обязательно поставим и можете посмотреть. И теперь слой риса. На рис выкладываем слой соуса. Можно вот немножечко
придавливать салат, потому что тогда его будет удобнее разрезать, когда салат будет более плотный. Еще мне очень хочется добавить к салату икру. У меня белковая, сюда можно добавлять икру летучей рыбы, конечно, можно и красную икру, конечно, сделайте, друзья, как говорится, по своему вкусу и по своему кошельку. Последний слой выкладываем жареные креветки. Друзья, салат готов. Давайте скорее попробуем. Посмотрите, какой красивый получился. У меня уже совсем нет терпения. Хочется скорее скушать, что же здесь вышло. Друзья, берите вилки, все сюда. Очень вкусно. Вот знаете, там... Если кто-то не умеет сделать суши, да, закручивать, может быть, не всех получается, но здесь все так просто. Великолепный салат, подойдет на любой праздничный стол. Удивите всех гостей. Друзья, вообще на нашем канале очень много простых и вкусных рецептов. Обязательно подписывайтесь на наш канал, включайте колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. Спасибо, что вы нас смотрите. Жду ваши комментарии и лайки, если вам понравился мой салат. Прошу к столу и приятного вам аппетита!